Ансамбль флейтистов «Грация» признан лучшим на всероссийском конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов. Оценить выступление юных дарований смогла и наша съемочная группа. Репетиция и еще раз репетиция. Только благодаря упорному труду и, несомненно, таланту можно достичь таких высоких результатов, которые достигли ученики Чебоксарской музыкальной школы имени Максимова. Ребята объездили полмира и совсем недавно вернулись с очередного конкурса, который проходил в Казани. Решили, отправили заявку, приехали, оказались самыми последними, так как мы поздно подали заявку. И в итоге первое место наше. Было очень приятно, радостно, что ребята выступили хорошо, замечательно. Им нравится выступать, они уже не первый раз играют. Несмотря на то, что ансамбль уже 2 года и ребята настоящие профессионалы, любой выход на сцену как в первый раз. Тем более, что конкуренция на прошедшем конкурсе была очень достойная. Было представлено 53 ансамбля из разных городов России. Когда мы приехали в Казань, мы долго ждали выступления. Мы сидели в очень душной комнате. И когда потом настал черед выступления, я очень сильно волновалась, ну и все, наверное, волновались. Когда я вышла на сцену, волнение пропало, когда мы только сыграли первую ноту. Поддерживали и болели за ребят не только родители и преподаватели, но и вся родная музыкальная школа. Дети играют очень профессионально, всегда показывают высокие результаты на конкурсах, ну и на концертах. Вся Чувашия знает этот ансамбль, они везде выступают. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика.